сегодняшнем видео хотел показать, как определить рабочая шаровая или уже под замену. То есть в Т4, в принципе, верхнюю шаровую проверить как бы очень легко. То есть берем либо монтировочку, либо как у меня просто есть кусочек трубы, и нажимаем как бы за счет рычага, как бы ничего вот так не снимая, нажимаем и смотрим как бы саму вот движение вот здесь между шаровой и основанием. Не знаю, будет ли вам так сейчас видно. Сейчас попробую присветить. Так будет чуть лучше видно. Видите, если нажать на рычаг, руку немножко неудобно. Так, сюда. Шатаю просто камерой. И вот если слышно вам такой стук. И если обратить внимание на шаровую, то в принципе по ней видно. Вот видите, вот она шатается. Видите, вот это значит, что уже ваша шаровая. То есть выпираете на болтик, и если должно вам видно быть, как она шатается. При этом, видите, это не то, что она не закрученная. Нет, она все полностью закрученная, просто у нее вот такой шаг. Так что определить, насколько у вас хорошая или плохая шаровая, как бы не проблематично. То есть нижнюю немножко по-другому проверяется, покажу в следующем видео. Но скажу по опыту, если у вас верхняя шаровая уже вот так болтается, либо вообще имеет вот такой любой люфт, минимальный, то есть, поверьте, рычаг вот такой, который у меня, он настолько небольшой. И если вы уже поднимаете, видите, что есть, как говорится, люфт, значит, как говорится, здесь даже замена верхней 100%, и нагрузка на нижнюю еще больше. Так что нижняя меняется вообще, значит, 110%. И, ну, в принципе, как бы из опыта скажу, если меняется шаровая, то сразу меняются две. Потому что все равно потом ехать будет на развал схождения. И как бы это не, как говорится, не исключено. Что придется, как говорится, два раза, чтобы не делать одну и ту самую работу. Так и само меняю рулевое. Потому что уже делается развал схождения, там цена 200 гривен. Хотя я уже чувствую, она уже такой аж небольшой стучок есть в ней. То есть меняется то же самое. Так что, кому бы видео было полезным, в виде благодарности подписывайтесь на мой канал. Все. До следующего видео.